прямо сейчас. Пожалуйста, набирайте код. Так, давай. Думает, стоит, ага. Мне надо что-то сказать? Открывайте уже! Мне не могут открыть! Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее. Знаешь, Анечка, девица, были такие три девицы, что сидели над окном и смотрели вечерком. Кто эти девицы, ты знаешь? Дочи. Дочь. Ну как кликни их, откликнутся они тебе или нет? Дочи! Не хотят, надо как-то по-хорошему к ним. Миленькие! Красивенькие! Родненькие! Ну отреагируйте на меня, я к вам пришла. Кто ты? Бабушка ваша! Кто ты? Как тебя зовут, девочка? Анечка? Анечка лишь. Да? Поздоровайся с детьми. Здравствуйте, дети. А кто вы такие? А вы принцессы. Наше желание, чтобы ты нам станцевала вальс. И тогда мы продолжим наше путешествие. А ты мне включишь вальс? А ты куртку сними. А ты мне включи музыку, чтобы я сняла куртку. Танцевала Анечка для вас вальс? Да. А что вы ей еще приготовили? Мы ей приготовили подарки. Я так люблю. Анечка, мы слышали, что именно сейчас ты родилась. Да. А что делают в день рождения? Свечки задувают. А ты будешь дуть свечки? Да. Или ты не умеешь? Умею. Меня аниматоры учили. Они говорят, надуйте щечки. А потом задуйте свечки. Ну-ка, сели все за стол, принцесса. Садись, принцесса, за стол. Тут Арина. Да, без разницы уже. Какой у вас торт. Ксюш, сядь сюда. А не пусть на ключик сядет. На диване. Да я вот. Аня, чтобы все твои желания сбылись в дальнейшем, ты должна сейчас загадать самое детское желание, потому что тут сидят перед тобой дети. И ты только родилась, может быть, даже именно в эту минуту, как подскажет нам мама, как мы ехали в машине, она сказала, что Аня через минуту родится. Уже родилась. Мы тебя поздравляем с днем твоего рождения, вот с таким маленьким, как эти принцессы. Официальное день рождения сейчас наступило. Так, да. Хочу корону попасть. Точно, хочу корону. Чтобы я наросла, росла. Я ж не загадала? Говорила. Да. Слушай, вместе все. Раз, два, три. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Арина тебя обожает. Лиза тебе желает побольше быть таких, как ты. А Ксюша тебе, твоя улыбка бесценна. Здорово! Ну что, дети, Аня справилась с заданием? Да! Но мы хотим ей еще один подарочек подарить. Ну-ка, давайте. Где он?
Вот он, волшебный зайка. Какой он крутой. А еще дети тебе вместе с Лизой нарисовали. Круто. Это ярко. И поцелуй. Зайца Анечка нашла. Станцевала. Молодца. Говорят, Аннушка, что у страха глаза велики. Капецка. Поезжай ты до кольца. Коль три круга ты пройдешь, добра молодца найдешь. Поехали, Анечка, дальше. Доченька моя. Зайчика ты не потеряй. И на попу его посмотри заранее. Все, и запоминай. Все, поехали дальше. Да не прочитай. Инна, поешь и тортик съешь. Может, надо было Анечку тортиком угостить. Мы Анечка сегодня столько тортиков. Мы ей оставим. Мам, держи. Это моя мама. Вы тут, если что, знакомьтесь. Оп. Где ключи бросила? А кольцо какое? Думай. А еще раз. Зайца Анечка нашла. Станцевала, молодца. Говорят, Аннушка, что у страха глаза велики. Поезжай ты до кольца. Ой, три круга ты пройдешь, добра молодца найдешь. Какого кольца ты боишься? Где ты боишься, Аннушка, ездить? Вот тебе три круга, там предстоит проехать. Поехали, моя дорогая. Я надеюсь, что Славгородского. Нет, нашего кольца. Обувайся и поехали. Молодец, справилась с заданием. Думали, не справишься. Но я ж утром потренировалась. Да, я косанула утром. Случайно музыку включила, не ту. Так, поехали. Давай. Дальше. Ой, так, мам. Понравились тебе наши детки? Ой, молодцы. Красивые. Спасибо. В смысле, Лиза в красном, говорила Ариша Галкина, а в короне Ксюша, это Ксюша. Это что, Ленина? Ленина, Инкина и моя. Да. А, понятно. Так.